детище! Да, ты посмотри, где мы с тобой находимся. Мы находимся возле казино. Сегодня будем тратить бабосики. Пиратские дублоны, или как их там называют. И да, зацени мой новый скиндос. Скиндос! У меня нет левой руки, вместо этого у меня крюк. И, конечно же, нет правой ноги. Вместо этого какая-то деревянная палочка. Если вдруг чего, можно ее отодрать и защищаться. Ну, как палку-вырубалку. Также я сменил себе бородень. О, светает, отлично. Днем все получше будет видно. Сменил себе бородень. Костюмчик у меня новый, пиратский под стиль Шопен. Стимпановская шапочка. И вот такой вот плащ. Вот. В общем, все, хорош тут смотреть мой скиндос. Пойдем-ка в казино спускать свои дублоны. У меня всего 15 баксов. Я не знаю, что мы сейчас там выиграем. И... не понял. Пустите меня в казино. Эй, товарищи. Товарищи. Уважаемый. Уважаемый. 27 косарей у вас имеется. Ничего себе. Можно я с вами в казино пройду? Да. Чёртово казино. Не поиграть. Ну что ж, ладно. Ух, как светло меня слепило. Просто капец как. Жалко, что я очки снял. Если нас не пускают в казино, значит мы с тобой построим наше, свое казино, пиратское, йо-хо-хо, и бутылка яблочного сока. Вот, у меня здесь есть, это, конечно, моя квартирка, это у пиратов нищебродские квартиры. Я сделал из нее казино, ну, написал сверху вот так вот, казино. И, в принципе, давай зайдем внутрь, посмотрим, что у нас внутри есть с тобой. Вот так вот заходим. Та-дам! Добро пожаловать! Смотри! Квартира, конечно, внутри смотрится внушительно, да, больше, чем снаружи. Пришлось прибегнуть к черной магии, по-другому никак. Поэтому я решил со своей руки и ноги, вот. Нужно было чем-то пожертвовать, хорошо, что не почки. Значит так, здесь у нас кассир стоит, вот он. Здорово! Это Патрик. Да, да, не удивляйся, что его зовут Патрик, просто Патрик. Я достал его с морского дна, эту... Воу, погоди, нифига себе, у меня первый посетитель был, и он убежал, вот, блин, профукал я свой шанс. А нет, смотри-ка, она мне $1 оставила, круто. Здорово, ты тоже поиграть зашел? Еще $1 мне оставили, круто, просто ко мне заходят и $1 оставляют, как на чай. Ха, офигенно, здесь на самом деле еще ничего нет. Значит, Патрика я достал со дна морского, это звезда, которую я превратил при помощи черной магии своего, этого, ресепшаниста, или как это, администратора, ну, неважно, короче, кассир, вот. Короче, он мне помогает. Что мы будем сейчас с тобой здесь делать? Нужно как-то обустроиться и поставить нам с тобой здесь игровые автоматы. Давай посмотрим, что у нас есть. Слот-машина. Отлично, это ту, которую можно за ручку дергать, и она там тебе выбрасывает яблочки в ряд. Или клубнички, а может быть и не в ряд. Но это не важно, главное, чтобы она приносила нам доход. Вот, итак, сейчас мы ее развернем. Как ее развернуть? На ку. Вот, поставим мой автомат, наверное, знаешь где? Вот здесь, прямо на входе. Вот так поставим. И бабосики капают. Правда, на нем никто не играет, но автомат приносит деньги. Это чудеса черной магии. Значит, что мы можем поставить здесь еще? А, ничего, у нас пока средств не хватает. Значит, поставим еще один такой автомат, только с другой стороны. Чтобы больше посетителей заходило. Вот. Теперь давай посмотрим, что у нас здесь есть еще. Апгрейд. Нет пока никаких. Это что? Движение. А, это переноска. Это неинтересно. А это продажа. А это статистика казино. Так, казино в день приносит мне 1200 баксов. Круто. Могу апгрейдить здесь казино, покрасить казино. Ну как покрасить я могу? В какой цвет? Color One, Color Two. Это, наверное, нам надо сейчас выйти с тобой из казино и посмотреть снаружи, как это все будет дело выглядеть. А нет, снаружи нет возможности, блин, управлять раскрасом нашего казино, поэтому придется изнутри. Значит так, какой раскрас нашего казино будет? Выбираем цвет. Custom Colors. Значит, я хочу красный. Вот, красный. Наша стойка администратора стала красным, вот тут видишь. Могу ее сделать зеленый, не зеленый, это слишком вырвиглаз, прям капец. Давай-ка мы ее сделаем. Во, вот это нормально. Color 2. Color 2 у нас будет... Чтобы увидеть Color 2, нам нужно стать вот так вот. И теперь меняем цвет. Желтый, нет, черный, давай черный. Красный, черный, огонь. Так, теперь смотрим вот это вот. Потолок наш. Потолок меняем в цвета ночи. Черный потолок будет, мне больше нравится черный. Стенки, стенки у нас будут, знаешь, какого, тоже черного цвета. И пол тоже черного цвета. Ух, какая крутотень. Ночной клуб прям какой-то получился. Хотя нет, давай пол мы сделаем вот такой вот, а то слишком... Космос какой-то получился. Выходим и любуемся нашим новым казино. О, чувачок к нам забежал поиграть в автоматы. 2 бакса затащил, спасибо ему.
А тем временем к нам потихонечку прибывают посетители. Патрик их обслуживает. О, прибежал гость. Сейчас крути, крути автомат. Деньги спускай, мне прибыль давай. Ух, как они пошли один за другим, круто. Ник видел у него какой? Казуал. Значит так, у нас уже поднакопилось 564 бакса. Надо что-нибудь прикупить новенькое. Вот такой вот автомат. Дартс. Давай дартс воткнем. Сейчас нам вот это куда бы его только воткнуть. Да, я даже не знаю. Прям посередине вот так вот несколько автоматов. Сюда один, сюда второй. И теперь прикупим еще один новенький. Вот это что такое? Спорт. Ставки на спорт. Один. Ну что ж, 200 баксов. Покупаем ставки на спорт. Это у нас станет вот здесь. И еще один вот здесь. Так, к нам зашел чувачок в дартс порубать. Все уже? Ну все, наигрался чувачок. Давай посмотрим, сколько дартс нам денег приносит. Дартс приносит плюс 3 бакса. Угу. Здесь у нас чего? Ставки на спорт приносят нам 8 баксов. Огонь. Дублоны сыпятся в карман. Да, Кеха? Ю-ху-ху, и бутылка сока. Давай посмотрим, какие еще автоматы мы можем прикупить. Как это двигать? А вот снизу. Двигаем, двигаем, двигаем. О, футбол тейбл. Вот это крутая штука, я хочу ее купить. Это даже уже совсем казино не имеет отношения. Это больше спортивная игруха, но она крутая. Сейчас денег поднакоплю и обязательно куплю. Хочу еще посмотреть, что там нужно для апгрейда казино. Сколько денег? 50 косарей. Хо-хо. Не, у меня таких денег пока нет. Ладно, пошли выйдем на улицу, посмотрим, что там у других товарищей есть. Йо-хо-хо, йо-хо-хо, отдыхаем хорошо. Так, значит, смотри-ка, ух ты ж, нифига себе, здесь какие казино. Так, правда, цвет мне не очень нравится, фиолетовый. Такой, знаешь, на дом клубешник похож. Вот, вот это я понимаю, черное казино. Ну, тоже, конечно, на клуб похоже. Короче, одна тофта тут на районе. У меня самое крутое казино. О! Чуваки, вы что тут стоите? Залипли что ли? Один бак всего у них в кармане. А, видимо, некуда им сходить поиграть. Ну, можете ко мне зайти, у меня там есть кое-что к автоматике за доллар. Ну и, конечно же, вот это казино, куда меня не пустили. Это просто отвратительно, что я напротив него прям открылся. Ну ничего, я его уделаю. Я уделаю это казино. У меня будет лучшее казино на районе. Пойдем, купим наш футбольный стенд. Футбол, футбол. Сейчас мы его поставим. Так, где это футбол? О, за косарик, прям в центре вот такой поставлю. Вот здесь. О, блин. Мечта моего детства. Я о таком мечтал в детстве. И теперь моя мечта сбылась. У меня есть футбольный стенд, и я могу рубиться здесь со своими друганами. Кеха, вставай на другую сторону, сейчас мы с тобой зарубаем. А, блин, у тебя лапы короткие. Давай же посмотрим статистику нашего казино. Итак, в день казино мне приносит по 10 тысяч баксов. И это я тебе хочу сказать недурно. Я думаю, что нам бы здесь не помешала еще одна футбольная площадка. Точнее, футбольный стенд для игры. Потому что он прям сюда просится. Сейчас мы его воткнем. Вот так, покупаем. И втыкаем огонь. Блин, а как в дартс-то играть? Отсюда кидать? Ну, в принципе... придется дартс переместить. Ох уж этот дартс. И есть возможность проапгрейдить наши автоматы. Сейчас мы этим и займемся. Нажимаем вот сюда и жмем на любой автомат. Например, слот машину. И апгрейдим ее, чтобы она приносила нам не по одному баксу, а по два, например, да? Апгрейд стоит 13 баксов. Следующий 14. 15. Ладно, апгрейживаем, апгрейживаем. Во, 10 уровень. Не, давай по 10 баксов, чтобы он мне приносил. Огонь. Следующий апгрейд. Вот этот автомат. О, сколько он у него стоит? 135 баксов. Ладно, давай сделаем 50 баксов. Ты посмотри, какой наглый толкается тут в моем казино. Он, видимо, не знал, кто я. О, ну чую, что все, капец. Сейчас деньги поплывут просто рекой. Давай посмотрим, какой доход у нас за день. 121 тысяча и 900 баксов. Очуметь, вот это у меня доход за день. Ух. Значит, у нас сейчас будет 5000 баксов. Мы можем их потратить на новый стол. Покерный стол, смотри. 5000 стоит, давай-ка мы его сейчас. Ух, блин, сколько он места занимает. Вот, блин, это... Воткнуть-то даже некуда. Значит, надо автоматы переносить. Эх. А теперь покерный стол. А, подожди, надо вот это развернуть еще.
Вот так. Надо будет еще футбольные поля смести чуть-чуть. Вот так. Сколько места-то появилось, ты посмотри. Офигеть, как я нецелесообразно место использовал в самом начале. Значит, все, покупаем покерный стол. Покер-вокер. И... Сколько? Сейчас, подожди, хочу посмотреть, сколько он будет приносить. По 75 баксов. Надо его апгрейдить. Так, а кто у нас за покерным столом будет работать? Наверное, я поработаю. Заходи, фишки бери, в покер руби. Ну как, сойдет? Ну, думаю, да. Значит, давай попробуем апгрейдить наш покерный стол. Как дорого. Ну ладно, что делать. Вот, покер нам будет приносить давай 500 баксов. По 500 баксов. Огонь. Чё там следующий-то можно прикупить? Прикупить можно премиум слот машин за 25 тысяч. Отлично, копим на эту машину. Вспомни нашего первого посетителя, который приходил к нам потратить $1. А теперь посмотри, с какими бабосиками к нам в казино заходят. Все-таки автоматов-то стало огромное количество. Сейчас, посетители, вы где? Да, раньше к нам заходили с $1, а теперь вообще ни с каким. О-о-о, казуал забежал, смотри. 183 бакса принес потратить в моем казино. О, еще один. 253 бакса притащил. Ты что, футбик хочешь порубать? Итак, у нас есть с тобой 37 кэсов. 37 кэсов, это прям... Это серьезные бабушки. Бабушки и бабуськи. Так, значит, что мы можем купить на 25 баксов? На 25 тысяч баксов. Я думаю, что мы премиум слот машины сейчас не будем покупать. Мы поднакопим до 50 тысяч и сделаем апгрейд казино. Это будет самое кошерное вложение, которое только можно придумать. Расширим свои бока, как говорится. Ну что ж, 50 кэсов у нас в кармане. И переходим... Переходим к апгрейду казино. Вот сюда жмем 50 кэсов. Эх, ну что, прощай 50 кэсов. Воу-воу-воу-воу, апгрейд казино. Та-та-та-там. Хо-хо-хо. И бутылка персикового сока. Ты глянь, какой казинощий, казинаки, казинощий. Блин, как это сказать? Казинищий, да ё-моё. Огромное казино теперь у нас. Сколько здесь окон. Внутри на самом деле ни одного окна нет. А снаружи их прям целая куча, словно здание из окон состоит. А ну пойдем внутрь, заглянем, что у нас внутри. Сколько у нас там пространства появилось. Ты чё в углу стоишь? Здесь нет автоматов, дубина. О, ну ты глянь, сколько места теперь появилось. О-хо-хо. Да, вот это, конечно, кошерно. Значит, надо все распихать по углам вначале. Сейчас, автоматики, автоматики. Ну вот как-то так. Меня вот этот чувак напрягает. Чё он там в углу забыл, а? Давай-ка его попробуем торнуть отсюда. Ну выходи, выходи, говорю. Хватит по мне прыгать. Вали отсюда. Сваливай. Да что ж с тобой делать-то, а? Значит, надо его за покерный стол посадить. А ну пошли, будешь моим дилером. На раздаче будешь стоять. Да ты попрыгай, а? Куда ты прыгаешь? Я тоже прыгать могу, Ван, видишь, прыгаю. Давай, давай, пихайся, еще чуть-чуть осталось. Ну, ну, вот. Давай. Ты что ж ты будешь делать? Да, наконец-то у меня теперь есть чувак на раздаче. Халявный чувак, я его даже не нанимал. Он просто здесь застрял. Хе-хе. Пиратская смекалочка. Он правда что-то прыгает и будет стоять задом на раздаче, но это ерунда. Главное, что он там есть. Так, значит, мне нужно премиум машину купить. Премиум машину слот. Покупаем и ставим ее. Ух ты, какая она крутая. И ставим ее вот сюда. Сколько она? По 200 баксов она приносит. Надо ее срочно апгрейдить. Сейчас мы ее... О-о-о, 10 кэсов апгрейд стоит. О-о-о. Ладно, давай два апгрейда замутим. О, козырно как. Настало время таинственных лотерей. Мы накопили $100 000. Так это... Что это за рубаксы нам какой-то максик? Не, нам надо нормальный магазин, без рубаксов. Вот, значит... Смотри, у нас здесь возможность купить сильные шары лотерея. Как это переводится? Powerball, это же Powerball. Ну и перевод, да? Powerball. Хе. В общем, покупаем за 100 кайсов и куда его поставим? Прям в центре зала давай его поставим вот так вот. Ух, мощно, 100 тысяч у меня забрали. Зато у нас теперь есть Powerball лотерея. Powerball.
Powerball лотерея. Блин, там циферки есть, нет, на шариках? Я не вижу. По-моему, нет. Походу, чую, пахнет лохотронищем каким-то, меня подогнали. Эх, пофигу, главное, чтоб деньги приносило. Давай посмотрим, сколько апгрейд у нее стоит. 34 косаря. Зато смотри, какой доход сразу. Воу-воу-воу. Почти в 3 раза больше. В 4. Очуметь. Надо проапгрейдить. Сейчас будет 34 кэса у меня баксиков. Сейчас покупаем апгрейд. Давай. Ну, 800 баксов есть. Покупаем. Оу, какой доход. Лотерея сделает меня богатым. Давай посмотрим вообще, сколько у меня по статистике. 300, почти 400 тысяч в день я делаю долларов. Ух, да. Моя мечта сбылась. Скоро я куплю себе корабль и отправлюсь в дальнее путешествие. Так их? Вот. В общем, вот такая вот игруха. Если тебе понравилось, то есть тебя лайкосики, комментосики под видосик. Ну и также не забывай подписываться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить новых видосиков и бла-бла-бла-бла-бла. В общем, я желаю тебе удачки, всех благ. Покеда, увидимся в новом видосике. Чао, мой френд. Зацени мой новый скин DOS.